Давай. Дорогие бабушки, это был очередной тяжелый год. Многие чуть не сдохли. Все. Ну что так мрачно-то? Ну веселее надо. Ну как веселее-то? Дай сюда. Вот смотри как надо. Дорогие бабушки, это был очередной веселый год. Многие чуть не сдохли от радости. Вот как надо. Давай, продолжай. В этом году нам стали недоступны хлеб, греча, мясо и овощи. Ну веселее надо. А как веселей-то, ну? Дай сюда. Вот смотри, слушай. Вот. В этом году стала доступна оплата коммунальных платежей по штрих-коду, не выходя из дома. Поэтому пенсионерам неинтересно стало покупать гречку, мясо и овощи. А гораздо интереснее стало оплачивать по штрих-коду коммуналку, не выходя из дома. Давай, давай. Для многих бабушек год закончился неожиданно. Многим бабушкам пришлось выйти на работу примерно на 5 лет. А кто не смог выйти, те выползли. А кто не выполз, тех выкатили. И будут так катать еще 5 лет мужчин и 3 года женщин. Ты что несешь? Чего? Я переключаю этот канал. Да бесполезно, я на всех каналах. Так, дай мне сюда. Ну? Ты неправду говоришь. Вот смотри, как надо. В этом году все бабушки, включая немощных и лежачих, в едином порыве решили выйти на работу. Пока на 5 лет. Государство пошло навстречу бабушкам и внесло изменения в закон. Вот в таком же духе продолжай. В этом году лечиться стало дороже, чем сдохнуть. Ну-ка сама и справься. Да, все, забыла. Давай. В этом году, благодаря повышению цен на лекарства, у пенсионеров перестали скапливаться излишки денег. Давай дальше. Вот. В этом году на 2/3 выросло количество пенсионеров, освоивших компьютер. Молодец. Да, потому что компьютер — это единственное, что отвлекает пенсионеров от голода.